В обязательном порядке проводится дезинфекция городского пассажирского транспорта. Эта процедура ежедневная. В день подвергается обработке транспорт около 2-3 раз. В транспортном средстве проводится аэрозольная обработка дезсредствами. Затем проводится влажная обработка, то есть тряпкой уже насухо протираются контактные поверхности. Акцент делается в первую очередь на те поверхности, с которыми пассажиры соприкасаются. На диспетчерских станциях во время обеденных перерывов и отстоя транспортные средства также подвергаются дезобработке, проводится протирка контактных поверхностей и дверей. Обработку осуществляют мойщики-уборщики подвижного состава, которые работают у нас как в дневную, так и в ночную смену.